еще. Интересно было бы послушать, вот, кстати, как они инфу дают. Сказал ли он, что, например, типа, отходит лечиться? Или у них это все, ты думаешь, на таком ментальном уровне взаимодействия? Вот это триксы! Ничего себе! На! Я думаю, что, Саш, слушай, они там точно друг другу все докладывают, раз уж они такое делают. Вот и ответ на мой вопрос, действительно, да-да-да, это было чертовски зрелищно. Думаю, что хайлайтики после этого стрима тоже будут отменные. Да. Трип говорит, что это его школа. Я, честно говоря, не раз так и делала. Типа, мы максимум подлетали с шаров на столе, и раньше, когда была возможность, застреваешь в текстуре и подлетаешь на неизвестное количество наверх. Сейчас так уже сделать нельзя, но вот такую фишку я вижу первый раз за столько лет игры. Да.